мы их... Рубите, рубите, рубите их, рубите, врывайтесь. Резко пошел врыв, пошел, пошел, хаос. Тут нас много. Давай, давай. Пошел, пошел, хаос, пошел врыв. Езжайте, там же лучники. Запрыгивайте в кучу. Там самые лучники, влетайте. Если барды есть. Амели. Ами, точнее, отключи пока, тебя выебут свои же. Кто резнулся, бежит на мост, на мосту регрупп, прям, ну чуть-чуть после. Они коты убивают, ладно. Метка регруппа установлена, кто на место перси. Есть. Эй, приберите меня. Давим, пока не останавливаемся. Пока есть возможность, врывайтесь, пересаживайтесь заново. На кто бежит? Да. Быстрее подбегайте, сейчас вредим его. Отошли вы назад? Переставил. На перекресток уходим с моста. С моста на перекресток быстрее. Хватит меня, блядь, стрелять уже, заебали. Смотри, какая-то Empire подтянулась к ним. Ну, блядь, короче, отпустим. Меня, по-моему, свои. Подходим на метку, влетаем. Там райзов щит убивают. Собираемся быстрее на перекрестке. На перекресток быстрее отходим, отходим все живые. Мертвые, блядь, все. Кого сможете? Да нет, ребят, рисуйте сами. Это очень долго. Кто там видит хило рядом? Отключи ПК. Истинка, истинка. ПК. Отключите ПК все. Я. Громокот, назад, назад. Киер, Рейнек. Вернитесь, вернитесь. Да, да пусть они, ладно, пусть стоят. Я как раз на регруппе лежу, резницы. Садист, что там? Есть враги? Есть враги, садист? Погнали. Спаи пусть стоят. Есть люди, которые смотрят впереди скаута. Они нужны всегда. 2-3 человека скаута, распределенные по области, чтобы нас не въехал, как сейчас, Рейд Райзов, когда мы там джедаи играли. Конечно, джедаи. Джедаи это заебись, но мне это не спасло, блять, от метеора в его огненного. Лошадку хотя бы вызови. Чудесно. Вызвал. Я знаю, что они флагаются хилом, хилы и барды, но тут есть и не хилы, которые флагаются серьезно. Вообще без хил ветка человек. Чем он флагнул, с ним пока горит. Хотя может от песен. А я не знаю, я погнал нахуя на кого. Я говорю, отключите пока. Нет, у нас нет. Может отбежал по округу, я бандит, резнул. 3 места в рейде, 4 места в рейде, плюсуем. Умири, 4 места в рейде. Ничего, ЕПГП и вет создать, у нас сегодня, блядь, по-моему, раз 5 рейда были, поэтому их хз даже. Приготовились, регрупп. А, скауты. Видят что-нибудь? Садист, спартанец, видят что-нибудь? Нет. Где? Я не успеваю добирать просто. Отлично, спартанец. 9 часов чисто. Двигаемся вперед. Надо на перекрестке их ловить, это самый эпик. Надо их на глайдерах ловить. О, я к Мире сел, какая неожиданность. Ну ты знал, чего хотел. Элитный. Элитный конь. Заебали выходить из рейда, потом хуй вас выбирать будут. Шилов задницу висит. Блять, ты не вставляешь эти метки. Конечно, я, блядь, в другом рейде. Я что, их вижу, что ли? Все, похуй, я к неляйте зашел. Все, мне насрать уже. Я, сука, упоротый. Добро пожаловать к нам. Да, огонь. Соберитесь. Стоп, 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 стоп. Вижу врагов. Остановились. Остановились. Продвигаемся теперь вперед. Чуть вперед. Сейчас станем нормальное место. Вот за этот дом стоим. Воу, это свой. За этот дом встали. Встали, блядь, не толкаемся. Знаешь, вспоминается фильм, когда это... День Икс или как там. На стенку полезли. Да-да-да. Двигаемся вперед, двигаемся чуть вперед. За этот следующий дом уходим. Мы реально не прогружаемся у них из-за текстуры дома. Это очень плюсово для нас. Встали за дом. Это не по, это типа мы в прятки играем. Типа да. Тихо. Два, короче, топ. Вперед, спай один нужен, чтобы вышел, чтобы смотрели.
Ясно, ждем здесь за домом. Налево чуть сдвиньтесь, вот так вот, чтобы вас было видно. Напротив реалии станьте, иначе вас видно будет с дороги. Там, походу, у них тоже спаи есть. Они увидели и убегают. Они идут, нападают. Приготовились. Слева дом будем обходить, слева дом врываться будем. Они ждут. Дилижанс. Они ждут. Пусть не сами пойдут, а мы... Пусть сами идут, конечно. Отходим чуть назад, за реальность отходим. За реальностью назад. Стою там на коне. Вдоль берега выстроились, ждут. Сейчас мы, блядь, выстроимся. За реальностью идем. Он вдоль холма. Вдоль холма встали за реальностью. Быстрее. Вытянулись в личку. Да. Я вижу их. Рейд. Гара Гоха поставил. Поставил меточку. Крестик синий на гаре стоит. Гара Гоха? Конечно. Готовились. 3, 2, 1. Поехали вперед. Въехали. Без меня. Ем вперед. Вот они. Толпу и врезаемся в них в рейд. Максимально стягиваем. Сука, я в обрыв уехал. Тормазал. Не уезжайте на дворами, спрыгивать с коня. Максимальный хил выдаем. Хил выдаем в жопу гора. Хил. Гора чуть-чуть осталось. Хил. Гора упала. Хорош, хил. Хил. Вниз, на холм. Эх. Там орда, мать их. Там просто орда. Достянул. Но. Там мне пиздец. Там их орда, то что шутит. Просто. Не успевают реагировать и начинается. Врезайтесь в рейд, нечего так перестреливать. Вперед, не перестрелить, просто газуйте прямо на них. Они отступают постоянно. Да, видите, они пятятся. Просто гребать. Они пятятся, ебут вас рейндж-атаками. То, что вы боитесь, только в огромный фейл нас. Отстали, сели на коня, снова ворвались с них, снова слезли, снова ауе. Они начинают проигрывать, ссаться, бежать, ничего не понимать. Это вин. Как сейчас было, когда мы вклинились в них. Но вклинились не все. Вы потеряли рейд, который подходил с респа. И поэтому нас слили половину. Кто умер, регрупп на перекрестке под мысом спокойствия. Мы их под резьбу загнали. Вот наконец-то садитесь на лошадей, догоняйте, врывайтесь и добивайте опять же. Да уже сказали, зачем повторять-то ему. Чтоб запомнили. Да блять, сука, бабы не врываются. На самом деле, да, реально, меня это пиздец вымораживает, потому что я врываюсь сюда первый, даже когда меня фокус хилит, меня убивают нахуй, сразу, да, потому что я ловлю в парирование, блядь, там 90% атак, получаю все равно такую пизды, что вы не представляете, меня бьет весь рейд, а вы просто такой стоите и ждете, пока они меня убьют, только потом врываетесь. То есть, ну, очень большое количество рейда сфокусируется на врывателе, когда будет у них неуязвимость, меня тоже никуда, возвращайтесь на перекресток, сбор пометки. Сбор пометки. Надо поехать. Ехали, развернулись на 180. Да, развернулись и едем назад на метку. Что такое МДД? Да магер, короче, просто. МДД, что я понимаю. Мили или Мэджик? Мили это ближний бой. Мэджик тоже бывает ближний бой, бывает ММД. Есть АОЕшный, а есть такой, что типа один на один, вот с инвизом. Ну, вот заебись тебе один на один вообще. Ну, новые ребята. Ребят, такой совет маленький, забудьте нахуй о билдах один на один вообще. Чё, до хера здесь ПВП один на один? Сегодня понял. Вообще все, вот как бы, даже если вы не верите, блядь, подумайте головой, и когда вы, блядь, вспомните, скажете, блядь, я реально тебе говорил правильные вещи. Никогда, блядь, не делайте билды для соло-гангов. Сделайте себе второй, блядь, не знаю, аккаунт для дуэли и натягивайте этим аккаунтом. Но для масс PvP вы должны быть полезными. Ну понятно, а на 50-х левелах там, в принципе... Да на 50-х тоже нету соло-PvP никакого вообще. Нет слова ПВП. Лучники на 50-м левеле, они сильнее? Они сильнее в 50-м сете, лучники. Блять, лучники, они тоже контрятся правильной механикой игры. Тем же врывом контрятся грамотно. Врыв, стягивание, 2 метеора, пизда вообще любому лучнику. Какой у тебя там пиздатый сет, мне, как бы ты далеко не стоял. Потом ты умрёшь. Чё-то запись заблокировали.
Перезайди. Перезайди. Это перезайди, да. Регруппа перед. Это вопрос такой. Райвис, ты где валяешься? Ты видишь орел около себя? Я тебя просто не наблюдаю, что-то. Ты где-то меня в таргете, но я не вижу. Все, понял, где. 5 минут осталось. Демоник, останься там, вот, или Хаммер. Около фермы. Мани в 40-го лево очень мало, потому что молнии я что-то не видел цепных. Вообще нет цепных молний. У нас вообще просто 40-х мало. Поэтому ты... Ну, да. Было резко своего они. Понятно. Ждем. Как раз на барабане, прям на перекрёстке. Играем барабанно. Протанцевали разок и все. Прорываются бандитов. Я протанцевал уже. Бандиты прорываются. Рейды побежали. Поехали за реалити. Я Натара. Поехали за реальность. Бандиты по дороге. Поехали за... За реальностью, вижу, вижу. За реальностью едем, за реальностью обходим их. Нихер перейти на них. За дом. За эти деревья встали, регрупп. Регрупп, регрупп с деревьями. Стоп, стоим. Нас-то видела пара бичей только. А теперь поехали в них. Поехали, поехали, поехали. А, выкинул за них. Осёл! Не ссать, врывай. Врываться. Они дал контроль. Бегает. Дал, поймал. Все, я мертв. Сзади-то вот. Вот видите, вот вы остались сзади, вам пиздец теперь. Да. Молния! Просто не правильно. Это нормально, все повел. Я-то ворвался и умер первым. Че там, блядь? Давим, давите их. Нахер, давите их. И лестницы реалити сзади, если есть возможность. Не всех, блин, да, лошади такие. Меня выкинуло из-за. Да как у вас, мать его, не всех? Я купил ее на 11-м, блядь, уровне. Нет, я не. Я на 11-м купил. Все. Ну купите все лошади за слезы, обязательно, если вы не купили, вы долбоёб. Да. Вы что, на тары будете ездить на этом метре? Я купил сегодня, когда... Я, у меня катамаран, у меня баржа, у меня конь за слезы. Собрать слезы, это, ну, я не знаю, минут 17-20. Это тебе хватит, чтобы собрать 30 слез. Как вы думаете? Не верьте. Думаю, да. Ну, не знаю, мне вполне хватает моего льва. Эти 30 слез — это херня, это пройти через радужные пески все и через половину тигриного хребта. 20 в радужных песках, 17. Около 10 в тигрином хребте, 3 добавляйте из своих. На восточном континенте все слезы... Давим их до конца. Спасибо, давим до конца, 3 минуты осталось. Додавим их до респа, вставим на респ и танцуем. Все, я сейчас там. Спасибо, Джунки. Джунки, резни меня. Джунка не с нами в Тавесе, она рисует только командоров, походу. Он всех рисует, бегает. Да, этаж такой. Это прям как в этом, на войне такой. Да, знаешь, жади. Блин, с меня все маунты мертвые придется на какой-то лететь. Ну, пока вот диван, собираемся все на респе собираемся, начинаем танцевать прямо на респе, танцевать хорнийский танец. А нет, ну нюанский танец, ну нюанский танец, начни танцевать все, там появится дискотека жесткая. И, ну, в принципе, это нормально, будет начание такого ПВП. Встаньте все к ним на респ, делайте скрины, как вы зажали райзов на респе, и танцуете там, блядь, на респе, они не выходят. И пусть потом гора попробует. Отойдите от горы просто назад, блять, сверху не разъебывали. Ну гора скажет, что хаос не ПВП. Да, гора насрачно говорит. Я слишком долго знаю гору, чтобы, блять, слушать вообще его нормально. Из последних стримов это с ним участвовал в стриме на Хардстоун, где он мне жестко проебывал и рыдал, блять. Это было забавно. Сейчас стяну вниз, короче, всех, смотрите, прикол. Видите, толпы стоят на краю. Хе-хей! Свалились вниз, лол. No. 90 секунд респ. Да, все равно не подлазил. Вот, да. Ну я не знаю, я стал спокойно на респе и залетел. Эх, мне коня убили. Я не знал, так бы сейчас сел на коня, как побежал бы, ворвался бы. И смотрел бы сверху на все это зрелище. А теперь, блин, бежать далеко. У них, ребята, у них военная система. У них есть лейтенант, у них есть генерал-лейтенанта. Есть капитаны, полковники. Что хотите, вы? Есть долбоебы, есть гейгара. Если вы хотите такую хуйню, пожалуйста, можете идти в райзе. Если вам интересует свободное, нормальное ПВП. Дисциплина и вся херня вот эта, типа, это занимается этим, то тем
Это хорошо, в принципе.